Привет, у микрофона Apple Explosion, и помните те времена, когда Apple выпускала один телефон в году? Эта тактика ушла в небытие. В 2013 и 2014 году компания представила по два iPhone. Как сообщает ресурс DigiTimes, в этом году нам стоит ожидать аж целых три модели iPhone. Сегодня хочу быстро рассказать вам про то, какими будут новинки по последним слухам. Apple выпустит три разных iPhone во второй половине 2015 года. iPhone 6s, iPhone 6s Plus и 4-дюймовый iPhone, который сейчас называют iPhone 6c. Все смартфоны получат LTPS дисплеи. Выпуском дисплеев для iPhone 6s Plus и iPhone 6c займутся Japan Display, Sharp и LG Display. В то время как для iPhone 6s экраны будут производиться только на заводах GP Display и LG Display. Скорее всего, дисплей будет защищать стекло Gorilla Glass. В iPhone 6s и 6s Plus, вероятно, установят процессор A9, а в iPhone 6c A8. Согласно источнику, все модели оснастят модулем NFC и сканером отпечатков пальца. Выпускать iPhone 6c будет компания Wistron, а производственную мощь для iPhone 6s и 6s Plus поделят между собой заводы Foxconn и Pegatron. Появление iPhone 6s и 6s Plus в этом году вполне ожидаемо. Про 4-дюймовую модель iPhone 6c слухи идут давно, так что вероятнее всего мы увидим этот девайс на осенней презентации Apple. Также пару дней назад в сети появились предполагаемые фото корпуса iPhone 6c. Снимки, конечно, полного доверия не внушают, но все же. Это пластиковая задняя крышка, имеющая ряд особенностей, которые позволяют говорить о том, что она может принадлежать будущему обновлению бюджетного iPhone. Во-первых, в крышке появилось отверстие для двойной продолговатой вспышки True Tone. Однако это выглядит несколько странным, ведь в iPhone 6 и iPhone 6 Plus Apple уже успела сделать вспышку круглой. Во-вторых, в корпусе можно заметить измененную перфорацию динамика и микрофона в нижней части. Теперь она представлена двумя рядами отверстий, что нетипично для iPhone, но актуально для iPad. Кроме того, судя по размерам корпуса в руке на фотографии, дисплей устройства вряд ли выйдет за рамки 4 дюймов. Все в пределах существующих слухов. Таким образом, очень может быть, что мы уже имеем реальные снимки одной из частей будущего iPhone 6c. Мечты пользователей о новом 4-дюймовом смартфоне от Apple могут воплотиться в жизнь. Кстати, возможно, именно iPhone 6c будет заключен в корпус из цветного поликарбоната по аналогии с iPhone 5c и получит розовый цвет. Раньше такой цвет приписывали iPhone 6s. А это, в принципе, все слухи про три новых iPhone, которые мы увидим в сентябре. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в социальные сети, ссылки на которые есть в описании. Думайте иначе. Пока! We'll be right back.